Вас с гарда заправлять, свиповать, спину брать. Учит Коля, учит Коля, учит Коля. А, как это, саундтреки к нашим семинарам 100 рублей? Ну, это таможенный за 150. Сегодня ласы поработаем. Ну, научимся заправлять ласы, контроль, свип, самбишен и в конце проходы. Не, ну, чтобы была такая взаимосвязь, как проходить и ну, работать. Ну, пару интересных будет свипов таких, да, необычных. А так, в принципе, там все такое простое. Ребят, всех рад приветствовать. Меня зовут Слабын Колян. Меньше слов, больше отработок. Я все пропустил, как обычно, и разминку, и работу, поэтому приходится выдумывать самому. Моя пара блогер, к сожалению. Это видеоблог. Андрей, сколько ты зарабатываешь на блогах? Ну, слушай, бензин заправить в машину месяц хватает, поэтому... Еще мы сейчас заколлаборируем с BG Freaks и вместе просто разорвем этот мир джиу-джитсу в России и поднимем, как Русь, его с колен. Если кто помнит, первый месяц работы BG Freaks у нас был такой флешмоб «Поднимем джиу-джитсу с колен». Ставь лайк, если помнишь, как это было. А все новое – это хорошо забытое старое. Человек на семинаре Николая Солбина. Я считаю, это прекрасная цифра для дебюта в Москве. Ну, согласитесь. Чуть-чуть физухи от Андрюхи. Хоку. Головокружение Кукухина от Ласса Гарда Солодухина. Все нормально проходит? Тема сложная, да. Ну вот, которым первые три дрилла мы делали, она вот для всех подойдет поясов. А вот сейчас уже с Долариевой, это уже у белых поясов трудности, а так? Первые три дрилла, если делать, все будет хорошо. Когда учитель отворачивается, хулиганы хулиганят. Партнеры камни – это одно из самых лучших, что может быть. Что это было? Не, ну на разах-то их, это гэнгбэнг или как там называется? Да нет, нормально. В любом мужском коллективе присутствует вот это вот неуважение к более младшим поясам и шутки про жопу.
Ну, они со всем уважением. От Пурпуров и выше эта техника. Это Андрей Зарубин, обладатель кораллового лица под джиу-джитсу. Все хорошо, все понятно. Звони мне. Тут теоретическое джиу-джитсу. Ты тут не снимай. Никаких секретов? Не, секретов нету, просто, ну, техника уже на таком уровне, что она не требует оттачивания. Это больше, короче, комментарии в интернете, вот из этой темы. Богатой корове бог рог не дает, а злому манекену бог рук не дает.